Студенты Московского колледжа узнали о методах консервации печатной продукции. Лекцию и практическое занятие провели сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские». Ученый-секретарь Борис Власов и сотрудник научно-специальной библиотеки Ирина Бобарь провели лекционно-практическое занятие для студентов колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга Москвы. Урок прошел на ВДНХ в павильоне «Наша культура» в рамках международной выставки форума «Россия». Вступительную речь произнес заместитель директора музея-заповедника по общим вопросам Михаил Колков. Да будет каждый студент-реставратор архитектором своей собственной креативной жизни. Ребятам объяснили, как сохранить на длительный срок печатное издание. Каждому дали возможность провести исследование книги, которая нуждается в реставрации. Кроме того, рассказали о музее-заповеднике «Горки Ленинские». Студенты колледжа с удовольствием и интересом попробовали себя в роли реставраторов, а также пообещали приехать в музей.